Здравствуйте. По поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева налажена система комплексной реабилитации участников специальной военной операции. Прежде всего, это социальная, медицинская, психологическая реабилитация. В рамках программы для участников СВО демобилизованные граждане в первую очередь получают социально-психологическую помощь, которая направлена на укрепление психологического здоровья и улучшение психоэмоционального состояния. В рамках комплекса услуг оказываются физиотерапевтические процедуры, проводятся занятия лечебной физкультуры, ручной и аппаратный массаж. Реабилитация, которую граждане проходят в центре, имеет комплексный подход – включает в себя психологическую поддержку, профессиональную реабилитацию, что очень важно в плане социальной адаптации. К реабилитации участников спецоперации, военной операции и членов их семей подключается ряд организаций и учреждений республики. Это делается для оказания комплексной реабилитации с учетом всех нужд и потребностей наших земляков для межведомственного взаимодействия в решении возникающих вопросов по оформлению тех или иных документов, вопросов занятости, освоения новых специальностей и другое. Так, на сегодня подписаны соглашения взаимодействия с Управлением социальной защиты населения города Якутска, реабилитационным центром, адаптивным социальным спортом физической культуры, республиканским техникумом-интернатом профессиональной социальной реабилитации инвалидов, центром занятости, центром социально-психологической поддержки семей и молодежи. В рамках соглашения с Центром социально-психологической поддержки семей и молодежи, участников СВО, а также сотрудникам реабилитационного центра будет оказана социально-психологическая помощь. Участники реабилитационного центра пройдут психологическое исследование. К примеру, с Центром занятости Республики Саха-Якутия достигнута договоренность о том, что граждане, поступающие в наш центр, помимо социальной и медицинской реабилитации, также смогут обучиться и переобучиться актуальным на рынке труда. И сотрудники Центра занятости помогут демобилизованным гражданам не только найти подходящую работу, но и пройти социальную адаптацию на рынке труда при необходимости и смене работы. Республиканский центр адаптивной физкультуры и спорта выразил готовность помочь оказать нашим пациентам, участникам спецоперации и членам семьи консультативную помощь гражданам с инвалидностью по вопросам индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Также работникам центра будет принимать участие в проведении оздоровительных мероприятий, проводимых нами в рамках реабилитационного центра. Работа согласно соглашению уже начата. В прошедшие дни наши пациенты встречались с представителем всех вышеуказанных организаций, где они высказали свои волнующие вопросы, и по каждому вопросу проводится индивидуальная работа.